Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с Платоном покажем вам интересные идеи развивающей игры для зимнего времени года, которая поможет вам скоротать зимние вечера и разнообразить занятия с ребенком. И для этого занятия вам понадобится... Мы взяли акварельную бумагу, можно взять картон, белый восковой мелок или свечу, нарисовать узор и дать ребенку акварельными красками раскрасить его. В итоге получится красивая шапочка зимняя. Молодец, раскрашиваем. Шапочка, Платоша, да? Смотрите, ребенок раскрасил новогоднюю шапочку, и те места, где мы рисовали орнамент восковым мелком, в нашем случае свечой, на область помпона приклеили двусторонний скотч, у нас вот такой. И теперь будем клеить двустороннюю бумагу на область помпона. Клей бумажку. Так, хорошо. Умничка, следующую бери. Такая нарядная шапка у нас получилась, зимняя, самая настоящая, очень красивая. Интересных игр вам с детьми, подписывайтесь на канал, у нас в плейлисте зимние занимашки. Еще много-много разных интересных идей, заходите, смотрите и занимайтесь с вашими детьми. Всего доброго, на этом прощаюсь с вами.